озеленение города, раздельный сбор мусора, работа проекта «Мегабак» и высадка деревьев. Мероприятия направлены на сохранение окружающей среды. Реализуют их и в Одинцовском округе. Ведь сегодня вопросы экологии как никогда актуальны. Это важно для сохранения нашего будущего, потому что без природы никак. Мы этим дышим, мы лицезреем это все дело. Хорошо ж, когда все хорошо. Стараюсь не сорить. Это, во-первых, не вырывать какие-то растения, которые вот занесены. Не губить природу. Экономия ресурсов, сортировка пластиковых изделий и сдача вторсырья. Заботиться об экологии может каждый, соблюдая простые правила. И многие жители округа стараются их выполнять. Убираю мусор, выкидываю за собой на улице. На природе могу убрать. Если увижу, кто-то выкинет на землю. Придерживаюсь правил экологии, не выбрасываю мусор в неположенных местах. Слежу за тем, чтобы не ломать там ветки на деревьях, чтобы вода из крана зря не текла. Для Елены и членов ее бригады забота о природе – часть работы. В любую погоду они ухаживают за растениями, поддерживая чистоту и порядок города. Все, что для нас прекрасно вокруг, это окружающая среда. Мы все стараемся содержать в полном порядке. Косим, пилим, полим, сажаем, убираем, стрижем. Все делаем. Если люди не станут мусорить, будут заботиться об окружающей среде, бережно относиться к ресурсам и природе, то экологическая ситуация определенно изменится в лучшую сторону. Наталья Гончарова, Мария Салова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».